аллергические реакции на имплантацию. На сам имплантат аллергии никогда не бывает. Это невозможно. По одной простой причине, потому что сам имплантат, он изготовлен из коммерчески чистого титана класса 4, то есть это специальная марка. А титан, он очень широко используется в медицине. И почему? Потому что этот металл, он инертный. То есть что это значит? Это значит то, что он не взаимодействует никаким образом с нашим организмом. Он просто-напросто, в нем определенные поры существуют, также витки, в которые врастает наша костная ткань. То есть он не взаимодействует, а костная ткань просто-напросто его обрастает, и имплантат стабилизируется. Сколько же все-таки приживается имплантат? От чего это зависит? Зависит все-таки от состояния костной ткани, которую необходимо будет посмотреть на компьютерной томограмме. То есть чем плотнее костная ткань, тем меньше срок приживления имплантата. В среднем сроки приживления на нижней челюсти 2 месяца, на верхней челюсти 4 месяца, после которых можно будет поставить на имплантат коронку. Опять же, существуют такие методики, которые позволяют нам поставить имплантат и сразу поставить коронку. Это, опять же, зависит все от костной ткани. Все это обговаривается и смотрится, то есть непосредственно в кресле стоматолога, рассматривая компьютерную томограмму. Бывают случаи, когда у человека, так скажем, в силу определенных причин зуб невозможно уже либо перелечить, либо сохранить. И тогда, если это особенно фронтальный отдел, то есть зона улыбки, можно прибегнуть к такому способу, как одномоментное удаление зуба и постановки имплантата. В этот же день, в один день, вы получаете удаление зуба, сам имплантат, и сверху сразу можно поставить коронку. То есть это вполне осуществимо, но необходимо все просматривать на томограмме. Все смотреть определенные то есть моменты, как в полости рта, так и обращая внимание на костную ткань. Но это вполне реально.